Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Алмаз Антей будет работать на экспорт. Начать сотрудничество с другими странами планируется с следующего года. Предприятие уже получило заявки на соисполнение экспортных контрактов России по поставкам средств ПВО зарубежным партнерам. При этом основной целью предприятия на 2018 год остается подтверждение способности исполнения госконтрактов. Также на Алмаз Антей ставят задачу стать одним из базовых серийных производителей зенитных управляемых ракет в России. Рассказал в интервью ТАСС гендиректор Кировского машиностроительного предприятия Эдуард Носков. Отмечу, сейчас на предприятии готовят первый опытный образец новейшей зенитной ракетной системы С-500. Он будет готов к 2020 году. Программа «Экономика». Ущерб от гибели посевов в регионе составил 300 миллионов рублей. В 31 районе области из-за гибели озимых и переувлажнения почвы введен режим ЧС, сообщает портал Айкиров со ссылкой на зампреда регионального правительства Алексея Котлячкова. Наибольший ущерб среди кормовых культур. Многолетние и однолетние травы погибли на 9% всей посевной площади, зерновые на 4% площадей. В этом году, по словам Котлячкова, произошла ситуация прямо противоположная 2010 году, когда посевные гибли из-за аномальной жары. В связи с режимом ЧС в региональном правительстве подготовили письмо на имя председателя правительства России с просьбой о финансовой помощи сельхозпроизводителям Кировской области. Экономика на 101 FM. А сейчас информация от наших партнеров. Поиск профессионалов при ведении бизнеса становится все проще. Аутсорсинг помогает многим руководителям решить вопрос с качественным выполнением непрофильных задач. Что такое аутсорсинг бухгалтерских услуг, рассказывает руководитель фирмы «Бухгалтер» и я, Татьяна Максимчук. Бухгалтерский аутсорсинг – это передача функций или части функций бухгалтерии сторонней организации, которая может профессионально оказать данные услуги. Что является преимуществом бухгалтерского аутсорсинга? В первую очередь эти фирмы несут финансовую ответственность, что прописывается в их договорах. Вторым немаловажным преимуществом и самое, наверное, главным является качественное ведение бухгалтерии, поскольку данные организации ориентированы на предоставление подобного рода услуг, и в их компаниях работают исключительно профессионалы своего дела. Услуги нашей фирмы ориентированы на предприятия с любой организационно-правовой формой и различными системами налогообложения. Подробное описание услуг фирмы «Бухгалтер» и я можно найти на ее сайте в интернете и по телефону 24 70 79. «Бухгалтер» и я – опыт профессионалов для вашего бизнеса. Экономика. В завершение о валютах. Доллар сегодня 57 рублей 93 копейки, курс евро 67 рублей 98 копеек. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.